Помнишь, как познакомилась Татьяна с Анной? Да. Да. Нет. Да, когда мы зашли в класс, Татьяна Александровна сказала, как ее зовут, и мы по очереди все называли свои имена. Какое впечатление она на тебя произвела? Ну, хорошая, она добрая, ну, разрешает, ну, футбол играть, например. Первое впечатление очень было хорошее у меня. Я почувствовала острую радость, что вот это мой первый учитель, с которым я буду 4 года. Она нас не ругалась. Но по сравнению со всеми учителями, прическа у нее другая, цвета волос. А ты знаешь, что она больше всего любит? Ну, наверное, то, что она любит такое все яркое, красочное. Цветы розы. Тюльпаны. Искусство. А театр, музыку красивую любит. Тишину любит. Своих учеников. Мне кажется, что она очень любит нас. 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 Есть что-то, чему ты у нее научился? Есть. Что? Я научился считать, вычислять, делить, умножать. Ну да, быстро все делать, обдумывать свои поступки. Доброте. 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 Доброте, дружелюбности. Дружить. Самое яркое воспоминание, связанное с Татьяной Санной. Она меня всегда во всех олимпиадах, контрольных, всегда поддерживала. 1 сентября. 1 сентября. Это когда я ей дарю цветы. Да, когда-то нас первый раз повела в школу. Когда я 5 с 4 получила. Когда она разрешила погулять с мячом, мы выиграли девчонок. Если бы Татьяна Александровна была погодой, какая это была бы погода? Погода? Она была бы очень солнечной. Солнцем с радугой. Солнечная. Солнечной и теплой. Ясной. Солнцем. Яркой. Чистое небо. Ну, она бы была ясная, солнечная, безоблачная. Ну, она бы была такой теплой осенью. Я думаю... разной. Что ты больше всего в ней ценишь и любишь? Ну, она такая добрая, с чувствами, понимает всех. Сдержанность. То, что она добрая, умная учительница. Она старается всегда помочь, она добрая. То, что наша учительница Татьяна Александровна умная. Что она добрая и очень любит детей. Она хорошо объясняет какой-то предмет, материал. А как ты думаешь, она научила вас дружить? Ну, сама по себе я уже с некоторыми подружилась. Ну, и так тоже. Да. Да. Ну, в первом классе мы очень часто работали сообща. И мы подружились с друг другом. Когда мы, если с кем-то поругались, она нас помирила. Когда был урок подвижные игры, там праздник какой-то, она нас учила там, если мы поссорились, она говорила, не ссорьтесь, а дружите. Да. Как? Например, если дети ссорятся, тогда она обязательно дойдет и скажет, что дружить. Я думаю, что как-то так.